И наша с вами задача без агрессивной риторики и не давая повод для праздника тем, кто считает нас раскольниками, сепаратистами, выбрать ряд правильных решений, как сегодня с помощью органов местного самоуправления управлять территориями и не допустить, не дай бог, кровопролития и разрухи на тех территориях, где мы живем, где живут наши родители, где живут наши дети, и там, где нам люди доверили представлять их интерес. Если сегодня происходит переформатирование власти, Конституции, то вполне правильно было бы внести соответствующие изменения в бюджетный кодекс, налоговый кодекс, функции органов местного самоуправления, использовать максимально принцип бюджетного федерализма. Зрештою, ви цьому можете пересвідчитися, походивши серед людей. Тут фанати харківського «Ультрас», тут харківський «Євромайдан», який стоїть уже 3 місяці, кожен день безперервно стоїть. Тут частина тієї громади, яка чекала вчорашнього, позавчорашнього дня, і яких кривавий режим, кривава сторінка історії нашої України переконала про те, що треба бути тут, треба бути з народом. Герої Майдану! Схід і захід разом! Схід і захід разом! Схід і захід!